Всем привет, дорогие друзья! С вами Богдан Скайуокер, и сегодня Лего Звездные войны. Я решил, давайте попробуем все-таки сыграть эту игру. Я в нее еще не играл. Она про Звездные войны, поэтому еще бы не сыграть. Продолжим. О, прикольно. И можно управлять. Какую точку? Такую? А как ходить? Подожди. А, прикольно. Тут все с помощью мышки. Мне кажется, это все-таки игра для мобильного устройства, но никак не для компьютера. Найди хижину Чеки. Ой. Иди по зеленому, наверное, надо. А, вот это хижина ее, да? Это ее хижина. А, это ее хижина, друзья. Нет. О! Какие-то детальки. Прикольно. Так, подожди. Теперь мы идем, собираем эти детальки. А зачем? Зачем мне нужны, мне интересно? Так. Ходи. Ходи, подожди. Не очень удобное управление. А где ее хижина? Подожди. Ой-ой-ой. Я думаю, я привыкну к этому. Так. Подожди, отойди. Вот. Чё? А, всё. Чтобы ввести код, нажмите на изображение взрыва. Ага. Блин, а как ввести? Вот эти. Вот это. Все, я понял. Раз, два, все. Открыл ящик. Так, и что это у нас такое? Компьютер какой-то. Ну, туда надо встать, как я понял. Ну. А. Так, пойдем. Станцев доступно, недоступно. Ну, погнали. Глава первая. Нападение на Жаку. Люк Скайуокер бесследно исчез. Во время его отсутствия зловещий Первый Орден восстал из пепла Империи и не успокоится, пока Скайуокер и последние джедаи не будут уничтожены. Заручившись поддержкой республики, генерал Лея Органа возглавила сопротивление. Она отчаянно пытается... Блин, подожди, назад. Ну, блин, ну ладно. Что она отчаянно пытается, наверное, сопротивляться, да? Как я понимаю. Разбить три горшка, в которых прячутся поселенцы. Пройти эпизод. Набрать в эпизоде. Так. Ну, это из 7-го эпизода мы видели картинку. Штурмовики.
Благодаря этому все. Спасибо тем, кто теперь есть надежда. Без джедаев разносить было бы. Так. Скорее прячься, скорее уходи. Они готовы, типа, воевать, да? С тарелочками. Со швабрами. Ну что же, попробуем. Что здесь делать надо? Один. Так, что у нас? Собирайся. Собери. Что это такое? Так. Ну, BB8. Что? А, я теперь BB8? А что мне надо делать? Так. Ну, что за... Нажмите. А. Ну давай. Стрелка, что ты не удерживаешься? А, я понял. Или не понял. А, во-во-во, давай, давай, проехал. Так. Так, и что дальше? Есть пробитие. Так, и дальше мы будем следовать плану, получается. Ну, что здесь такое? Что здесь такое? Здесь надо... Иди сюда. И собирай. Какая-то штука. Непонятно. Прикольно. Так, что теперь делаем? Теперь мы ходим, наверное. Так. Что здесь надо делать теперь? Так. Эту штуку я сделал. Что теперь делать? О, прикольно. Надо туда идти, ага. Побежали. Так, куда это? Ну ладно. Дальше нам, наверное, надо открыть эту штуку, как я понимаю. Что тебе делать? А, его надо зажать. Я не понимаю, что делать. Подожди. Так. А, кликать, кликать, кликать. Окей. Собирай. Собирай давай. Так, подожди. Так. Не, ну.
Надо это построить сюда. Ну, я вообще, если честно, не понимаю. Что делать-то надо? Подожди. Так. А, типа выбрать. Эй, алло, это что сейчас было? Ой. Вот так вот выбираешь, типа, вот так вот делаешь. Ага. И что дальше? Так. Я не понимаю. Может, туда построить? Так. Чё? А, это немножечко не то. Надо обратно еще. Надо. Я понял. Все, я понял. Нам надо вот сюда все построить. Сюда подойти. Как тебя выбрать? Вот так вот. Нет. Назад, давай. Туда. Подожди. Я не понимаю просто. А, вот. И, короче, чё? Прикольно. Так, ты пока стой там. Тебя мы уничтожаем и ставим сюда. Прикольно придумано. Не для дураков, как я понимаю. Так. Идем сюда, короче говоря. Так, и крутим эту штуку вот так вот туда. Давай. Крутись. Так. Теперь переключаемся. Нет. Я не понимаю. Мы эту штуку ставим сюда. Идем за вот этого вот сюда. Прыгаем. Целимся и прыгаем. Теперь этого. Сюда. Потом туда ставим. Строим вот эту штуку. А дальше что? Нет, стройся, ты чё? Подожди, я что-то вообще не понял. Ребят, кто-нибудь играл в эту игру вообще? Подскажите, напишите в комментариях, если получится. Вот, что здесь надо... Как здесь вообще надо делать, если чё? О, встал сюда. Сделал это. Так, подожди, ну крутим. Крутим. Прекрасно. Теперь, как я понимаю, вот сюда. Вот сюда. Так, и что здесь? Ну так. Теперь вот эта штука открылась, и что здесь? Чувачок, который знает, где оружие, да? Ну да. Прикольно. Ну что, теперь точно не должно хватить оружия. Понятно. Короче говоря, надо еще один сундук. А вот только где он? А зачем мне уже? Мне уже не надо. Мне надо еще одно найти место. Ну только где оно? По-моему, это
По-моему, это она, да? Подожди. Так мы сделали? Так мы сделали, подожди. А, ну, по-моему, да, это второй сундук, и мы его, походу, собрали. Даже, ага. Ну, я поменял, я уже понял, что надо делать. Так, прыгаем сюда. Нет, так что ли? А так вот, подожди, я не понимаю. Так. Я не понимаю. Так. Так. Опускается. Все, прикольно. Так, и что теперь? Третья, типа. Так. Иди сюда. Иди сюда. Вот, ну, вставай. Удачи. Вот так вот, все. Найти раз. Два. Три. Все. Ну, что, все три ящика, как я понял, да? Ну да, все. Чё теперь? Они взяли, короче, все по оружию. Все готовы. Это, конечно же, все очень круто, но, ребят, это заняло, как я понимаю, очень много времени. Давайте попробуем все-таки еще раз что-то там сделать. И все на сегодня. Но я буду про это еще снимать видосики, конечно же, обязательно. Но такого не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и писать в комментарии что-нибудь. Ну так, значит, прилетели вот эти вот. Это Финн, как я понял. Как я помню по сюжету, он сейчас попытается улететь, но у него не получится. Так. Ну, попробуем здесь что-нибудь сделать. И что здесь? Так. Надо стрелять по ним. А, что, я не могу кувыркаться. Я могу кувыркаться? Ой, подожди, здесь сердечки есть, я только сейчас заметил. А, давай, убей, убей, убей. А, ты умер. Ты возрождаешься. Так. Давай, стреляй по этому. Стреляй, стреляй. Ты его убил? Да, ты его убил. Ну, в смысле, я. Так, короче говоря, нам надо сюда, да? Биби. А, опять, да? Все. И что это? Сердечко. Еще одно. Так, и что теперь? А что надо делать-то? Я не могу понять. Все вроде бы. Так. А, надо что-то собрать. Ну, давайте соберем.
Ну, пойдем. Те. Ты что? О, неплохо. Побежали, побежали. В укрытие. Так, короче. Не, ну, отстрелять кто будет? А как стрелять-то? Пау, давай. Не, стой. Укрытие. На. Один готов. Сколько у вас еще будет? А чё ж так много? Подожди. Что мне делать, серьезно? А чё, я не могу стрелять? Давай, стреляй по нему. Стреляй, стреляй. Я умер. Так, одного убили. Еще одного. Давай, беги отсюда. Готов? Чё это? Чё не так-то? Подождите. Ты как-то стрелять должен, я все правильно понимаю? Подождите. А, вот давай. Готов. Все. Как я понимаю? Нет. Я думал, сюжет прошел. Не. Так, чё это такое? Господи, здесь их вообще три. Давай начнем с этого, что ли? Так, здесь нужен бы биби, да? Вот он. Все, давай. Прикольно. А что я такого сделал? Так, короче, еще один корабль. Немноговато. Так, давай ты. Давай. Стреляй по ним. Ты еще давай, стреляй, 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 стреляй. Давай, стреляй. Ай. Давай, давай. Давай, давай, стреляй. Чего ты не стреляешь-то? А. Вот ты серьезно странный. Стреляй, давай. Ну давай. Так, за BB-8 как поудобнее играть. Я просто увидела, он дефнул челика, я подумал, блин. Иди сюда. Все. Разобрались. Из-за этого как-то вообще неудобно играть, серьезно. Ой-ой-ой. Надо эту штуку как-то сломать. Или так сделать? Кликер. Так, и что у нас здесь? Надо что-то собрать. BB-8. Иди сюда. Туда-туда. Так. Опять надо вкрутить. Вот так, да? Ну так, да.
И чё? И корабль, короче, тупо улетает. Окей. О-о, огнеметчик. Так. Вот так. И... Ой-ой-ой. Они под защитой. А может, я тоже хочу под защиту? А как? Давай, иди сюда. Что это такое, правда, я не знаю. Ну и что ты? А что ты делаешь? Иди. О, прикольно. Угу. Поливная установка. Сейчас расправлюсь с чириком. На, готов. Так. А, нет, все нормально, но в ту сторону должно быть повернуто. Подожди, подожди, подожди. Вот, то есть нам надо туда построиться. Ой. Так, так, так. Так. Ой. Не туда нажал. Так. Ну? А чё не так-то? Так, я нажимаю. Чё не так? Так, подожди, я нажимаю. Ой, короче, не та фигня какая-то. Так. Сюда давай построимся. Так. Поливай. А чё ты не поливаешь? Потому что воды нету. А я фиг его знает, как эту фигню сделать. Я то есть делаю. Смотрите. То есть, да блин. То есть надо, получается, вот сюда построиться. Вот сюда построиться. А вот что с ней делать? Я не знаю. А! Опять нажал. Как же это все-таки игра какая? Вот на нервы действует, правда. Так. Что теперь надо? Я реально... Я понял. Все, наконец-то ты меня доперла. Надо, короче, сначала... Сначала надо построить вот здесь. Вот здесь. Перекрутить сюда. Потом построить здесь. Ну давай, так. 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 И крути сюда. Давай, 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 давай. Ломай. Блин. Не, давай вот так. На. Все. И что теперь? Теперь надо кликать, да? А вот как куда? Вода набралась. Так. И сюда теперь строимся.
На самом деле это прям, ну это мозги надо включать, но это надо не вечером играть, это, конечно, это надо ближе к утру. Ну, в смысле, ближе, ну, после завтрака, короче, ну, никак не... Я тупой, подожди, я же не в ту сторону. Мне тебя надо теперь разворачивать. Вот сюда строиться опять надо. Да. Прыгаю и разворачиваю. Так. Все. Так теперь. И сюда теперь делаю. Я все вообще... Просто капец. Зря я все-таки начал. Надо было завтра это продолжить. Так, эта штука теперь облила водой. Наконец-таки. Я могу идти, то есть. Все? Голову открыл такой, на, иди отсюда, беги. Графа Дуку немного напоминает. В это смешно играть. В это реально смешно играть. Не, ну смешная, смешная игра. Бластер на проверку. Смешно. Ну что же. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Богдан Скайуокер. До скорых встреч.